Усталость на работе ведет к нарушениям работы сердца. Повышенный уровень стресса в жизни также имеет негативные последствия для его работы. При больном сердце ваша жизнь находится в постоянной опасности. Карточка для укрепления сердца с биофотонами Хуашен, нормализация сердечной деятельности, облегчение болей в сердце. Карточка для укрепления сердца с биофотонами разработана на основе теории китайской медицины. Хорошая циркуляция – залог отсутствия боли. Боль – показатель плохой циркуляции. Ее производство соединило в себе разнообразные виды лекарственного сырья и передовые международные нанометрические технологии. Это экологически чистая природная продукция, не содержащая токсинов. Карточка для укрепления сердца производится из натурального биологического сырья. Эти материалы способны излучать биофотонные волны длиной 5-25 микрон, проникающую под кожу на глубину 3-5 сантиметров, напрямую воздействующие на сердце и активную точку Тяньчжун. Распространяясь посредством Цинло, биофотонные волны вызывают высокочастотные колебательные движения кровеносных сосудов, очищают кровеносные сосуды от шлаков и застоев крови, улучшает микроциркуляцию, снижает сопротивление кровотоку в венечной артерии, укрепляет клетки сердечной мышечной ткани, ослабляет и устраняет неприятные ощущения в области сердца, эффективно предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Показания данной продукции к применению. Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гиперлипемия, сахарный диабет, ожирение и высокая умственная и физическая нагрузка. Носить, плотно прижав к месту расположения сердца. Для оздоровления 4-8 часов, для лечения 4-12 часов. Наилучший результат достигается при ношении в течение 24 часов. При использовании с товарами из серии продукции с биофотонами оздоровительный эффект значительно улучшается. Здоровое сердце подарит вам неиссякаемую жизненную энергию. Каждый день, каждую минуту и секунду давайте прислушиваться к биению сердца. Карточка для укрепления сердца с биофотонами дарит сердцу энергию и прибавляет жизненных сил.